Всем привет! Сегодня будет не совсем обычное применение бутылки. Нашел я бутылку под диваном и решил ее куда-то применить. Вам предлагаю посмотреть и в конце прокомментировать или просто оценить лайком или дизлайком. Долго не будем разговаривать, погнали!
Ну что, друзья, получилась вот такая вот не совсем обычная кормушка. На мой взгляд, очень красиво, креативно. И как вам, пишите в комментариях. На этом все. Всем пока. До скорой самоделки.